Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Hello, everyone. Привет, Иван. Это российская молодежь. Это молодые люди России. Это будущее нашей страны. И, конечно, они рады пообщаться с таким человеком, как ты. И спасибо тебе, что ты с нами. У меня есть очень большой вопрос. У тебя много последователей в России. И опять же повторюсь, я один из самых больших твоих фанатов. Я знаю очень много о тебе. И подскажи, пожалуйста, скажи, когда появится Тесла в России? Похлопаем! Well, thank you for your support. I think we're close to establishing a Tesla presence in Russia, and I think that will be great. And more broadly, also in Kazakhstan and neighboring regions, it's important for us to support Tesla supporters like yourself, and people like you, who really need Tesla.